Нет! Нет! Ага. Привет, ребятки. С вами Витёк, и я буду сегодня играть за супер-пупер-мега-андроиды с мечом, дубиной, луком и прочими прибудами. А игрушка Clone Drone in the Danger Zone и не просто так, а Twitch мод. В общем, все зрители, которых сейчас вот на стриме сидят, там в Твиче зажигают больше 600 человек, они сейчас будут получать преимущество над всеми остальными, они будут участвовать в игре вместе со мной. По-моему, пора начинать. Поехали! Why? Прикольный цвет. Why? Ну почему я такого хренового цвета? Мне уже клонов создают, смотрите. Спасибо. Спасибо, ребята. А кто-нибудь приедет к нам уже поучаствовать прямо сегодня? Опа! Вот они, пошли! Ха-ха, здорово, парни! Ребята, я со зрителями играю в игру. И ко, я еще не выучил обрезание. О, фига себе, там кто-то... Хорош, хорош, ребят, вы чего? Не многовато ли вы? Тихо, ты слишком крутой. Нет, он мне отрезал руку. Тварь, прикинь, уворачивается еще. Нет, я жить хочу. Ха-ха, свои же зарубили, прикинь. Я-я-я-я-я. Блин, там молотобойцы сделали уже. Ребят, вы чего? Вы чего заверили? Я даже не прокачался еще ни разу. Надеюсь, ты попадешь в кого-нибудь там. А, я ему лук отрезал. А-ха-ха. Вот так вот. Тихо. Молотобоец, китобоец. А давай-ка мы его вот сюда. Ах ты хитрожопый какой. Не налез на шипы. На диске. На чем ты бегаешь? Там ног не осталось. Пяточками скоблит пол. Что творишь? Нифига себе! Вот это было нечестно и неожиданно вообще. Я, значит, издеваюсь над молотобойцем. Они меня хренак и убивают. Я вас понял. Капибара. О, кто-то подписочку успел оформить. Не попал. Ну, наконец-то. Спасибо за подписку. Напряженный бой. Да, сразу в напряжение сильно меня ввели. Но ничего. Сейчас мы прокачаем себе блок стрел, и нам станет намного проще. Не надо будет уворачиваться от этих от красных лучников. Уж слишком не крутые. И донат! Здорово! Здорово, спасибо. 100 рублей от некий и звук удара, и как неудачно я приземлился на твой стрим, чуть нос не сломал, пытаюсь выпрямить нос. Ты что, издеваешься? Они там какого-то фиолетового мужика огромного сплодили уже. По-моему, пора валить нафиг. Золотой! Даже паука сделали. Ой, ребят, чувствую, недолго мы с вами проживем. О, а что это, золотой сам зарезался где-то? Молодец. Гентозик. Жиндозик, наверное. Ац, обрезали жиндозику что-нибудь. Мне кажется, вон тот Вова Эндермен. Или как там его зовут? Надо его заманить на этих вот синеньких в огромных количествах. Эй, что ты делаешь? Хорош! Ржет паук. А где все синие? О, да. Давай, вали его, паук. А, не успею подойти. Твою налево. Нифига себе, я жить хочу. Вали отсюда. Мама. Что с пауком? Нет, не убивайте меня. Вы посмотрите на паука. Он ржет. И очень странные позы запуливает всем. Блин, какая стёбная вообще штука. Так, что... Я даже... Нет! 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 Но! Такой подошел в конце. Отвесил, гад. Блин. Ай, так. Смотри, капу запустил мне. Ну ты паук. Что там, ржет кто-то, смотри, на трибунах.
Ну ладно, хотя бы синий убил всех застранцев. Вот этот вот фиолетовый убил всех синих застранцев. На! Ага! Ха-ха-ха, мужичок ему отрезал. Давай подбер... Хорошо, Лёг, красиво. Я хочу дубину твою забрать, можно? Она такая эпично большая. Вот так вот, без ноги тебе лучше. Ребят, он так меня размажил, просто мои мозги размазывал по этажу. Ну ладно. Я смотрю, вы в этот раз решили мне совсем, да, устроить туз... Как это назвать-то? Темную, хотя это светлое, но очень темное светлое. Устроили. Что делать-то, а? Давай пинок, без пинка вообще не жизнь. Пинок и отражение стрел — это самое важное. Мне сказали, надо взять и пнуть одного из клонов. И чё? Чё ты им это? На! Ого! О! Вот оно чё, я его пнул куда-то за экран, ребят. Я чувствую, когда я стану тем клоном... Опа. Ты чё? Ты телепортнулся к нам? А ну пшёл! Давай, давай. На арену выходи. Хотя я знаю, там телепортатор стоит, которого сейчас обратно телепортнет. Хорош. Access denied. Так, ладно, нас уже ждут. Опа! Бум! Я царь горы! Ой-ой-ой-ой, сейчас чувствую, здесь она приходит. Еще цари. Ой, там уже этот большой фиолетовый есть. Так, кого вы еще сделали? Ой, гумничков сколько понаделали. Твою налево. Не страшно. Спасибо, лучники. Спасибо, ребята. Пропустите. Пропустите! Хулиганы зрения лишают. Мне достаточно просто бегать от них. Они друг друга сами будут резать, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага! Тихо-тихо-тихо. Давай, давай, фиолетовый. Ну как так? Слушай, ну беда. На самом деле большая беда с этими фиолетовыми камерами сражаться. Особенно, когда у тебя за спиной огромное количество еще говнюков всяких разных. Опа! А-а-а! Я жить хочу! Что вы творите, а? О, спасибо. Там сзади никого нет. Ой! Тихо! Как ты жив-то остался, а? Попингуй! Я-а-а! Не-не-не-не-не, жить хочу! Уходи! Уходи! Ай! На-на-на-на-на! Ага! Вот это сражение! На! Наконец-то я победил! Витёк крутой! Витёк победитель! Фу. Блин, все равно так эпично дубина у него падает. Прям смотришь и не понимаешь, что это значит. Уйди, дубина лучше тебя смотрится. Красота-то какая, вы посмотрите, а? Эпичность зашкаливает. Как она классно встала. Забери свой... Что это такое? Заберите свою ногу. Вот так вот, на мелкие части. Вот это я понимаю, дубинос. А если я этой дубиной пойду и забью кого-нибудь? Жалко, что ее пинать нельзя. Слушайте, она какая-то странная, она не хочет идти вперед. Дубина, что с тобой? Ты почему-то физике не подчиняешься. Пошли лучников убивать. Дубина. Да не, она какая-то присосучая. Она приклеилась к стене. Извини, сам себя убил. Я тут вообще ни при чем. Витя Растерзайкин пишет мне в чате. Да нет. Так, чтобы взять... Можно как бы самому клонов набрать. Хаммер взять. Да как-то хаммер этот вроде прикольный, но черт побери. Давай блок Эрлс. Я думаю, надо как можно быстрее до третьего блока Эрлсов дойти.
Тогда это эпично будет. К нам будет стрела прилетать, и убивать мы будем ближайшего врага. Ой, елки-палки, здесь Сильвер уже. Так, к нам уже приплывают, засранцы какие-то. Тихо-тихо. Бунт! Что значит бунт? Ты чё, бунтуешь, да? А! Мама! Молодец, фиолетовый. Васю Эндера гаси. Слушай, ты каждый раз, что ли, приходишь ко мне в таком обличье? Не надо это делать. Ну что, тут уже фиолетовые пошли лучники. Эй, давайте, давайте, инвалида сделайте из него. Правильно? А он сейчас всех измажет. Давай, давай, этого фиолетового убей еще. Это все, завалил. Чуть-чуть-то кошка какая. Ниссан Кашкай просто в меня заехал. Ладно, ладно, ладно. Я вам сейчас покажу. Вон там бунтующий лучник. Сейчас он в меня стрельнет, и я всех поубиваю. Стреляй давай! Не подходи, всех убью. Черт побери, убейте, убейте их. Черт, он выжил. Вау! По пингвичке бегают. Блин, как прикольно все-таки чужими лучниками расстреливать. Такая вообще мазня идет. Обожаю эту игру за это. Можно их подставлять оперативно. Уч! Уч-уч-уч-уч-у! Стоять. Так. 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 Зачем я их пинаю? Не знаю. Я не знаю, зачем пинаю. Уж какой-то живучий лучник, а, папа? Ох, молодец, двоих убил. Двоих одним выстрелом из-за затылка. Слушай, он прыгает еще? Ты что, офигел? На! Чуть не попал по мне, а? Ну-ка, бунтарь. Сейчас мы бунтаря-то зарежем. Вот так, голову с плеч всем бунтарям. А ты думал? Так, а тебе руку отрежем. И вот вообще системные платы срежем с тебя. Все, осталось вот два инвалида. Полтора. Полтора землекопа и два инвалида. Убей их сам. Самоубийство. О, хорош вошло, блин. Один клон остался. Печальненько. Можно дубину с собой забрать? Давай попробуем. Кого-нибудь с собой можно забрать? Да что ж такое-то, а? Не, как-то она вообще не шевелится. Так, давай, Витя, беспинайте и убивай. Ну что-нибудь делай. Это что значит беспинайте и убивай? Вот сейчас будет вообще адовая тема. Там вот ставки против меня растут. Спайдертрон 6000? Ребят, скажем так, Спайдертрон 6000 маловероятно, что вообще сможет убить. Опять он! Ты что тут нарисовал мне утку какую-то бешеную? Кто-то Айзека нарисовал. Мама! Мама! Спайдертрон! Я жить хочу! Вы что, издеваетесь, много отрезали мне? Да вы что, я ничего не вижу? Да это не... Как это можно было пройти? Издеваетесь, что ли? Кто там Спайдертрона призвал? Извращенцы, а? Нас уже ждут. Ага! Нет! Нет, я жить хочу! Спасите! Хулиганы зрения решат, да хватит долбить по мне! Давай, 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 давай. Мясо! Давай. Не попал. Косой-то, а? По-моему, пора бежать. Тихо, тихо. Это тоже газосранец отра... Мама! Так, кто-то там кого-то поубивал. Нет, уйди! Чё это они? Поход дела, я на молоток на чужой закинул его. Так. Ой, какая классная стрела-то пришла, а? Нет, сдох, хотя бы... От такого говнюка сдохнуть. Ой, слушайте, блин, эпично было, а? Ну, в прошлый раз 13 уровень был, но вы в прошлый раз так сильно не генерировали мне таких монстров тут на старте вообще. Морган Хопкинс. Рефриджератор, что он инженер. Ребята, я инженер и рефриджератор.
Ну что, в атаку? И сейчас такая орда, просто смотрите, прилетит и будет меня убивать. Ну вот они уже идут. О, клоны делают, мне делают клонов, ребят. Ура! Клоун Криэйтед, 5 клонов, готово. Супер, теперь главное выжить. Блин, вообще иллюминаты за мной гоняются. Давай, лучники, стреляем. Я вас специально не убиваю, чтобы вы там всех поубивали их. Я сейчас буду кругаля гонять просто. Ой-ой-ой, дедшот какой-то там. О, тихо. Дандрак, или что там. Давай-давай, стреляй по нему. Ты что-то не попал, что ли? Опять не попал? Ну ты косой, а. Ну, ребят, ну вы уже почти точно стреляете. Ну, наконец-то, хоть кого-то убили. Все, ты плохой. Иди вы такие смайлики берете классные. Ага! Что это было? Что такое пендель стрелой мне выдали? Они, а как еще? Как, какой еще вариант их убивать? Я боюсь, что я вообще не смогу к ним подойти даже. Ну давай попробуем, ладно. Я-ха! Готов! Фиолетовый, как мне фиолетовый-то убить? Он живучий какой! Я им по пояснице резаком, а он нормально так убежит дальше. Так, располовинили, гада. Так, этому бошку отрезали. Ну-ка, стреляй в меня. Ага, супер, но он почему-то все равно выжил. Ну ты молодец, спасибо тебе. Спасибо тебе, бот. Вот он за меня, ребята. Он за меня, чем вы все. Вы видели, как он грамотно 2 раза стрельнул по нему? Вот просто, откровенно, он его убил. Притом он точно в него стрелял. Я-то в другой стороне стоял. Ему так понравилось убивать этого бота. Вот она, армия моих ботов. Next challenge. Да, ребят, блок Эрос без блока, мне кажется, вообще беда. Сейчас вы лучников каких-нибудь понаделаете 100%. Мочи летающую рожу. Что такое за летающая рожа? Здорово, ребята. Тихо-тихо-тихо, осторожно. А! Какого? О, смотри, мой смайл. Ха-ха, хорош. А! Это что это было? Какой спайдатрон? Вы что, издеваетесь? Нет, я жить хочу. Хороший выстрел. Спайдатрон, ты чего делаешь? Ты что тут делаешь? Мамочки, сколько их здесь? Я уже боюсь. Моя совесть, привет. Не попал. А! Беги, 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 беги! Беги! Черт побери, а! Сколько вас здесь? Да что ж такое-то? Давай, давай, ребята, стреляем, стреляем, стреляем по своим. Молодцы. Почему не попадаем? Так, спайдертон, давай спайдертона убьем. А то он какой-то слишком крутой, мне кажется. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, давай, воу! В атаку! Сколько их много? Я пас! Я пошел. Нет. Тихо. О, сразу 3 убил. Так. Что? Что? Что ты хочешь от меня, совесть? Нет, не попал! Ха-ха-ха! Где? Вон они, враги. Это 2 лучника остались. Все-таки какой-то есть предел, да, засамонленных юнитов. Сколько? Вот сколько их тут засамонилось? Самоубийца, а? Еще один. Фух, как я так справился-то с ними, вообще не представляю. Было нелегко. На восстановление идем. Блин, прикольно, конечно, играть с такой тучей. Прикольно в том, что они сами друг друга в основном убивают. Вот в чем весь прикол. Так, давай, еще блок Эрос. Давай сразу на максимум, может быть, блок Эрос. Или пендели еще взять. Мне, по сути, нужно выживаемость только брать. Так-то. О, интересно. Здесь будет весело. Я более чем уверен. А!
Что ж так пугаешь ты меня? Да елки-палки, сколько? Ох ты, супер лучники уже есть. О, сколько много лучников-то понаделали. Чуть не попал по красному, поэтому было прикольно увидеть кишки, которые разлетаются. Давай-давай-давай, красненьких убиваем. Молодцы, фиолетового гаснули. А то ж вообще оттас. Спасибо, спасибо. Кубитратор, или как там тебя? Слушай, вот тут укладывает их просто штабелями. Ты посмотри, они до меня не доходят вообще. Он их просто всех уже уложил. Он за меня, ребят. Я ему специально говорю, за саму мне пару этих лучников. Я буду всех убивать тобою. Самоубийца срен. Няй! Давай, 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 давай. Молодцы, ребятки. Донат! Уху! Пора валить отсюда. 100 рублей от Андрея, удачной битвы, точка. Черт побери! Валим! Пожалуйста. Спасибо за пожелание удачной битвы. Слушай, тут фиолетовые, они, по-моему, бегают быстро, что ли? Я не понимаю. Он прям не отступает. На! Готов! Ну, теперь осталось тебя только завалить. Подойди ко мне поближе. Да. Зачет. Слушай, я пока еще ни одного клона не потерял. Фу-фу-фу-фу-фу. Витек, тащи, пишут. Вот тут уровень, кстати, легкий. Спайдертрон 5000. Хорошо, я вас понял. Пинок. Давай, Блок Эрлс 3 возьмем. Такие ставки сейчас. Я прям как будто... Не-не-не. Не-не-не, я не собираюсь умирать. О, здесь я сейчас вам. Надо спайдотрон только выключить, по сути. Тихо! Ой-ой-ой-ой, два спайдотрона, три. Опс. Чё-то мне задницу отпилило, ребят, каким-то образом. Кто? Кто выиграл? Кто эти люди? Злодеи. Оу, це, смотри. Хорош. Кто еще хочет умереть? Я пошел. Слушай, вот эта тьма. Блин, вообще классно. Ай, жить хочу. Все, лучик остался. Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю скилл. Не, ну вы видели, я всех перевалил. Просто встал в уголку и все стрелы пораздал. Death Cube 2.0? Camera Edition? Что значит? Пинок. Мне нужно взять пинок и быстрое восстановление после падения. А то меня тут с ног сбивают постоянно. Опа. Куб смерти. Вот такого я что-то не видел еще. Привет, ребята! Как жизнь? Привет, ребята! Ой, зелененький, привет! Можно зелененького убить сразу? Пожалуйста, убейте зелененького! Мамочки! Он злой! Он злой! Мама! Пошел я от вас! Черт побери, здесь еще люди. 100 рублей от тот, кто в танке. Мама сказала, что если сейчас не лягу спать, то она размажет мое лицо в клавиатуре. Но я тоже... Правильно мама говорит. Да какого лешего? Убивают! Да что ж так ты будешь делать-то? Умри! Черт побери. Мама! Твою налево, а? Черт, еле ушел. Давайте, ребята, давайте, гасим, гасим его. Нет, не получается у вас. Ну как-нибудь, я не знаю. Ой, там кто-то спрыгнул и умер. Да что ж ты неубиваемый ты такой, а? Да как тебя убить-то? А-а-а! Да не в того целишься. Ну вот, самого нормального взял, убил. Ох ты ж.
Да ладно! Так эпично подставиться, а? Ладно, поехали. Тут их не так уж и много осталось. О, Спайдотрон еще жив. Это мы быстро исправим. Ладно, пошли на крышу. Там надо разобраться с говнюка. А ты куда спрыгнул-то? Убил. Убил и выкинул в мусорку. Этого туда же. Красиво. Мне понравилось. Надо было его просто в центр скидывать. Я, кстати, не знал, что там куча шипов. Если бы я знал, я туда его скинул просто и все. Оу, здесь не только куча шипов. Что, стрелы какие-то летят? Откуда? Из куба? А как он там оказался? Это немного нечестно, я не знаю, как его оттуда достать. Походу, ребят, это фейл. А где он? 100 рублей от тот, кто в танке музыка, зайди, Ольф. Борн рядом. А как он попал туда? Походил, ребят, фейл. Как мне его пройти-то? Походил, придется рестартить уровень. Во-во, ну-ка. О, есть! Прикинь, отразил стенку обратно. Хоу-хоу-хоу, зачет, спасибо за донат. Спайдер-трон 6000, ребят, сейчас будет. Фух, так, три клона еще есть. Нормально, нормально идем, get up. Будем подниматься. Лол, говорит. Поехали. 6-й уровень всего лишь. Ну-ка, давай-ка, лучники, ко мне. Тихо, тихо, тихо. Да умри ты там. Да как ты меня убил-то, а? О-о-о. Я его пнул и начал резать мечом. А он почему-то, я не попал по нему. Вообще он сейчас пукан гореть будет от этого. Засада. По-моему, пора сваливать. Жесть. Я чувствую, я сейчас всех клонов здесь и просру. Тут вообще без вариантов. Надо валить отсюда сразу, как только появляешься. О, они все здесь! Мама! Мама! Валим! Уху! Как я выскочил оттуда, сам не понял. А кто их поубивал? Лучники, что ли? Черт. Не попал. Ну что ты не умираешь-то? Ага! Черт, 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 валим. Валим, убейте, пожалуйста, его. Убейте его, пожалуйста. Да не себя, а его. Он дерзкий. Ха-ха-ха-ха, паразит. Ах, уничтожил. Он уничтожил того, кто мог его убить. На, ты какой прыгучий-то показался. Ага! Нет! Ох, прям под зад мне дал. Ничего, ничего, ничего. Живем. Нет! Ну как так? Блин, тут мусора насыпало вообще. У меня теперь дубина персональная есть. Ох, этот странный фиолетовый. Сейчас смотри, я в него лучником пну. Ну-ка, подходи ко мне, давай, давай. На! Воу! Как ты попал-то по мне, а? Ну ты дикий вообще, у тебя рейндж немеренный. Страшно. Мне очень страшно, моя нога. Уйди. Как тебя убить-то, а? Мамочки, ребята, я жить хочу. Что с ним сделать-то? Мама. Мама. А-а-а! Не попал. Ну, на ришки, на ножики его. На ножики его. Ну, куда-нибудь, как-нибудь. Умри ты где-нибудь. Давай, сдохни, тварь. Я сопротивляюсь до последнего. Блин, я его в выход свой засунул. Блин, один робот мне три клона слил.
Ну, это было забавно, по крайней мере. Мне понравилось. Веселье бесконечно, если честно. Так можно рубиться с ними сколько в душе угодно. Ох, ладно, ребят, это был Clone Drone in the Danger Zone. Конечно, я смотрю, мои зрители вкусили, поняли, как призывать адскую тьму вообще против меня, и теперь дальше шестой волны я что-то сегодня не ушел. Ох, ну, было забавно, по крайней мере. Мне очень понравилось. Приходите, как говорится, еще. Ну, а я с вами прощаюсь. Если вы хотите еще таких вот поигрушек с Twitch модом и прочим, то обязательно поставьте лайк. Именно по лайкам я смотрю ваше желание смотреть продолжение. И, в общем-то, комментируйте, пишите. С удовольствием почитаю, что вы напишете. Всем всего хорошего. Пока.